Всем привет, это канал PlayGame. Меня зовут Сергей, мы продолжаем играть в Зону 51. Так, это мы на чем-то куда-то при... Так, тихо. Тихо. И чё? Опа. Мы где-то на базе пришельцев, ни хрена себе. Так, что с оружием? Пистолет. Есть чуть-чуть дробовика. Есть оптики. И вот это вот шутень, да? Так. А что тут делать-то вообще? Так, а здесь что нажать? Так, гранаты, они у нас полные. Нежданчик. Так, автомат пока приберегем. Так, а здесь что? Так, что, все роднюки? Вот это заплет. Так, здоровичка бы где-нибудь, а. Что это вообще, где я? Thank you.
Ага, аптека. Так, это что? Что-то жесть. Шить, убивать и солдат, и его сразу. Блять, вообще жизни нету. Thank you.
стрелять, блядь. Нахера, да что ж такое-то? Блять, надо меньше аптечек хватать. Блять, а где аптечки? Вообще ничего не понял. Почему тут две всего взял и нету больше? О, это вообще какой-то ужас пошел, блять. Пиздец, он их выкидывает, аптечек нету ни хера. Ебаный в рот, как отсюда выпрыгнуть теперь?
аптеки. Так, как отсюда выбраться? Я не понимаю. Я вообще просто в шоке с этого, в смысле. Вообще ничего не пойму, блядь. Я в ахуе просто. Это что такое значит? Я вообще ничего не порублюсь. Ничего просто не понимаю, в смысле они, блядь, летят и летят. Я вообще первый раз успел пройти-то. Да, блядь, нажимай! Пиздец какой-то! Сука, как? Какая-то, в смысле, пошла. Пришельцы излучают спокойствие. Но нужно быть полным идиотом, чтобы доверять им. Они любят общаться жестами. А я хочу пообщаться с ними с помощью этой пушки. Спуск. Сюда. Да в жопу туда перелазить. Хороший берег. Надо было.
А, вон кто посылает. Давай, подыхай, бабло. Да ну нахер, а как так я проморгал? Что-то вроде так все бодрячком шло, думал, сейчас его... Жак, ну стоп, а что с самого начала, что, блядь, ты что, не сохранялась? Ну капец. Хороший дерево. Бесит так вот, конечно, все по новой-то. Здрасте. Так, ну вот аптека, да, больше тут тяжко. Аптеку хоть одну дайте, ребята. Аптечку, аптечку, пожалуйста. Да это пиздец какой-то просто, в смысле. А, ну что, сохранилось, что ли? О, ну хоть сохранилось.
Опять такой же мудак. Аптечка есть? Чё, кирдык? Сука, вот я не увидел, что их два сразу, а? Чё, блядь, по новой, да? Ещё и мост. Аптеку забыл взять.
сдохни. Я не знаю, кто больше виноват в этой резне. Пришельцы или люди, согласившиеся на договор с ними. Но я зашел уже слишком далеко, чтобы повернуть назад. Подъем. Охереть, то спуск, то подъем. Так, друзья, давайте мы на этом закончим нашу серию. Всем спасибо за просмотр. Комментируйте видео, ставьте лайки. И не забывайте подписываться на мой канал. Всем пока.